Такая вот ситуация. Человек пришел домой, дверь открыта. То есть этот замок свободно вскрыли, без всяких вопросов. Дверь открыта. Это рассчитывали, наверное, что одна древняя дверь с древним замком. Замок рабочий, все. А тут еще одна дверь, тоже с древним замком. Но ничего не получилось. Выкусили личинку, но замок не поддался. Вот все запчасти. Чем ее перегрызли, не знаю. Вот все. Чем-то перекусили. Пару раз ударили ногой. Коробка не поддалась тоже. Это я уже делал вскрытие аварийное. Тоже ногами, потому что ломом не смог отжать. И вот замок. Вот замок, которому... Вот замок, которому можно поставить памятник. Вот ответная часть. Вместе с куском коробки и с наличником. Тоже выдержала. Защелка просто осталась зафиксирована и не поддалась ничем. Вот ключ от этого замка. Обычный старый советский ключ. Вот ключ от первого замка, который открылся свободно. Этот, я так понял, отмычкой не поддался, и поэтому пришлось перекусить, выкусить личинку. Ну а дальше вы все видели сами.